Хочется сказать пару слов. Я не устаю вас благодарить за то, что вы у меня есть. Буквально несколько лет назад я об этом не очень сильно мечтал. И моя мечта постепенно осуществляется благодаря вашей поддержке. Спасибо вам. Для каждого артиста это неимоверное счастье иметь таких гостеприимных, я иногда даже сам себе завидую. Сейчас очень много талантливых артистов на эстраде и в Западе, и в Азии, и у нас в стране. В России, в смысле. Я просто хочу поделиться с вами одной историей. Я как-то сидел в интернете, в телефоне копался, как это мы все делаем, да? И в один прекрасный момент мой один знакомый отправляет мне видео. А, сейчас будет румер. Я поначалу, конечно, с интересом смотрел. И она тут начинает петь на казахском. И поет мою же песню, которую я сочинил 18 или 19 лет. И помню, это было очень давно. И сейчас немного должен вас заболтать, потому что там я исправляю какие-то технические неполадки. Так, и вот я сижу, смотрю это видео, и потом она начинает петь. И она так красиво спела, ребята, что я не удержался и прям попросил друга найти ее профиль в интернете. Я решил написать ей. Я написал, что она очень хорошо поет. И сегодня я ее пригласил сюда на этот концерт. Талантливая же певица, будущая звезда международного масштаба, будущая обладательница Грэмми. Римар! Oh,
Что?